Мороз, солнце и атмосферное давление выше нормы. Все это принес сибирский антициклон. За минувшую неделю скорая помощь приняла почти 1500 вызовов. И чаще всего обращались люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такую погоду медики советуют особенно внимательно следить за своим здоровьем. Носить с собой нитроспрей или нитроглицерин, регулярно принимать лекарства, следить за давлением, избегать чрезмерных нагрузок, естественно, скажем, длинных походов куда-то. Отказаться от дальних походов надо, чтобы не получить и обморожение. Один такой случай в городе уже зарегистрирован. Тем более морозная погода до 28 градусов ночью сохранится как минимум до середины недели. Арина Макарова, Виталий Немов, новости Димитровграда.